Друзья, всем привет! Стала известна дата выхода глобального релиза MIUI 11. Запуск стабильной версии стартует с 22 октября. Давайте рассмотрим список глобальных моделей устройств Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 11, график и даты их обновления. Вся информация будет на моем сайте, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Там вы сможете более подробно посмотреть список моделей, найти среди них свою и посмотреть дату выхода MIUI 11 для своей модели. Как мы видим, здесь все разделено на три волны. Это первая волна с 22 по 31 октября, в ней будут следующие модели. Вторая волна с 4 по 12 ноября, в ней будут следующие модели телефонов. И третья волна с 13 по 19 ноября, в нее попадут следующие модели. Получается, до конца года мы получим MIUI 11 на свои устройства, если они перечислены в этом списке. Ссылка на полный список будет в описании под этим видео, где вы сможете более подробно посмотреть. Пройдясь по списку, появилось желание купить Redmi Note 7. Отличный телефон 2019 года. И он получит в первой волне обновление MIUI 11. Тем более на него сейчас сниженная приятная цена на AliExpress. Ссылку на глобальную версию оставлю в описании под этим видео и также на другие интересные телефоны Xiaomi. Причем интересно, что свежие модели, такие как Redmi 8, Redmi 8 Pro, получат в последней третьей волне обновления MIUI 11. На этом все, друзья. Если видео было полезно, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!